Сегодня 13 апреля 2024 года. Это территория заказника. Сегодня у нас управа проводила субботник. Этот участок в непосредственной близости от управы. Здесь они ничего не убрали. Вот такой вот свинарник остался. И здесь вот городская территория. Здесь заказник, бутылки, пластик, целлофановые пакеты. Здесь доски, наваленные на деревья, на кустарнике. Сплошной мусор. Это управа ничего не видит. Но, видимо, здесь они не убирали, потому что не на виду, не показательно. Зато убирали на Ляхвинском, где все на виду. И вот здесь у нас поврежденные бортовые камни, корни деревьев, здесь мусор. Крошка от реагентов под кустарниками. Бутылки стеклянные. Там под деревьями бутылки. Бутылки, 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 пластик, целлофан, бутылки, жестянка, бутылки пластиковые, мусор, 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 реагенты, мусор, и вот здание управы. То есть фактически из окон должны видеть этот мусор, выходя из здания на субботник. Здесь они ничего не убрали и не увидели. Замечательно.